Всем доброе утро. Посмотрите, какой у нас вид из окна. Это просто невероятно. Бухта, сосны, сосны, море, пляж, яхты, остров. В общем, так красиво. И самое интересное, что здесь очень много сосен, и за счет этого воздух здесь просто потрясающий. Там пошопиться, что-то купить, да, это вот на эту улицу. Тимирский, Метрополис и Проксен Курамила. Три улицы такие, что, ну, именно брендовые вещи. А такие обычные вещи греческие, это все улицы Игнатия, это выше. Но они здесь все рядом, в центре находятся. Они все параллельно к нам. Спасибо. А еще, наверное, про кофе можете рассказать, вот разновидности, какие посоветуете? Фредо эспрессо, вы сказали. Фредо эспрессо, Фредо капучино, это холодный кофе. И есть там три вида холодного кофе в Греции. Это все национальное, только в Греции, больше нигде. Только в Греции. Одна из лучших, которая выпечка делает, Теркин Лис, 1948 года. Да. Уже больше 50 лет они работают. 1948. 65 лет. Сейчас мы идем по площади имени Аристотеля, пешеходная часть. Имени Аристотеля. Имени, но я так скажу, расположены магазинчики, кафешки. Там дальше уже береговая линия. И вот это самый лучший отель. Электропалас, пятизвездочный отель. Здесь останавливаются. Кто хочет в центре города остановиться, они в этом отеле останавливаются. Но если вы хотите в пятизвездочном отеле остановиться. Сейчас мы идем к памятнику имени Аристотеля. Он как раз таки здесь и находится. Нужно потереть его большой палец на ноге, чтобы стать умнее. Сексуальные девушки. Красивые. О, овчарка. Зырь. Буцефал. Объелась. Обжора. Оживленно на улицах, как будто бы выходные дни. Пахнет очень вкусно корицей, булочками, кофе. Аж слюни текут. Эспрессо. Фредо эспрессо, да. Угу. Есть еще Фредо капучино. С молоком. Ну, это сбитые дети. Молоко, да. Угу. Вкусно, да. Холодное кофе очень освежает. Такое приятное. Это который только у нас в Греции. За мной находится символ Салоников, белая башня, постройка 15 века. А также здесь есть лодка. Сейчас я вам ее покажу. Как нам сказал наш гид, можно зайти на эту лодочку, заказать только одно кофе и целый день на ней прокататься бесплатно, пить свое кофе и кататься. Можно прям на ней сидеть и кататься целый день. А еще Греция настолько демократичная страна, что если вы будете ехать пассажиром и не пристегнетесь, то штрафовать будут именно пассажиры, а не водители. В принципе, можно не полчаса, можно целый день кататься. Никто ничего не скажет. В Салоники мы приехали всего на один день. Я думаю, что за один день возможно обойти здесь все достопримечательности, потому что, в принципе, здесь все рядом. Ну, практически, да. Это арка-галерея. Красивые 100 евро. Ничего себе. Даже незаметно. Сзади меня здесь храм Святого Дмитрия. Мы сейчас зайдем. Здесь есть его мощи. Еще нас предупредили, что здесь цыгане могут что-нибудь своровать с вашей сумочки, так что будьте аккуратней. Да, она будет неделю посмотрите, гореть. Какая огромная свечка, она
мой рост 1,80 м, немножко пониже. 15 евро стоит. Мы сейчас поднялись в верхнюю часть города, Салоников. Здесь открывается панорамный потрясающий вид на Салоники. Город, сам город Салоники был основан 2300 лет назад. Это поражает. Для того, чтобы понять город, нужно обязательно посетить рынок в этом городе. Что мы и сделали. Приехали на рынок Салоника. О, оливки! Как же я люблю оливки! Тут и оливковое масло, и запечатанный с собой можно взять. А еще нам сейчас водитель сказал, что он никогда ни разу не платил взятки полицейским, гаишникам, и даже если где-то что-то нарушал. То есть они не берут взятки? Никто никому здесь не предлагает взятки, никто не берет. Полицейский имеет право арестовать за это предложение. Смотрите, сколько фруктов? На рынке широкие дороги. Да, в принципе, достаточно спокойно, потому что наш гид сказал, что здесь неспокойно и вообще будьте аккуратнее. Но он просто не был на рынке в Индии, наверное, Или в Казахстане. Или в Казахстане. А на нерости жителей. Да, просто там вышел, пошел за мясом сходил, за брынзой. Хотя, говорю, наш же гид сказал, что он вообще не ходит на рынки, он покупает, в принципе, все в супермаркете возле дома, там, либо на каких-то ярмарках. Приехали на обед в очередную таверну возле берега. Мы прям возле береговой линии сидим. Очень так мило здесь, все такое беленькое. Это семейное, наверное. Здесь работают хозяин, и дети, и сами в общем работают. И обслуживают посетителей, то есть не западло хозяину выйти, вас обслуживают. Овощами и зеленый салат. Салат, да? Нет, он без сыра. А это деревенский. Ну, везде. Везде оливки. Кабачки в кляре. Да. Сегодня день морепродуктов. Наконец. Космос под названием. Недавно мы вернулись с пляжа, если честно, я не очень приятно удивлена тем, что море абсолютно прозрачное. Прозрачное, чистое, не холодное. И я кайфанула, честно кайфанула. Я даже уходить не хотела, но нам сейчас нужно ехать на ужин. Знаете, вот даже если сравнить с Мальдивами, мне кажется, на Мальдивах не такая прозрачная вода, как в Греции. По крайней мере, этот пляж в отеле Порто Карас очень чистый, очень чистый. Возле нашего отеля здесь находится еще один отель в 20 минутах езды. Необычный. И мы приехали сюда на ужин. Он действительно необычный, потому что он выглядит как большой ресторан. А, да, здесь, кстати, мельче песок, чем у нас. Все, кто думает, что в Греции кризис, приезжайте и посмотрите, как забиты битком пятизвездочные отели, и не только пятизвездочные, сколько здесь людей вообще. И никто не думает о том, что здесь кризис или... Здесь нет кризиса. Или вообще что-то. Кризис, наверное, в Казахстане или в России, но только не в Греции.